А вот этот инструмент называется мелодика. Духовая мелодика. Очень такой непростой и в то же время доступный инструмент. Можно с детства приучать детей, вдруг это прикольно. Все. И полезно, да. Я сам духовик, я знаю. Это очень полезно. Игорь мастерски играет на ней, но сейчас в джем секшен, может быть, мы немножечко как-то, может быть, подрастерялись, но, по-моему, неплохо. И сейчас вот Екатерина, она присущей ей дерзкости продолжает продвигать прекрасную музыку, на мой взгляд. Мы ей помогаем. У нее в репертуаре Анны есть одна песня «Билли Холлин», «I'm a fool to want». Вот. И я сейчас попрошу Аню именно для Екатерины, ну и для вас, конечно, исполнить эту песню. Как это, перевод, какая я все-таки глупая, что до сих пор люблю. Such a fool to hold.